Привет! Привет всем, привет, привет всем влюбленным! Время пришло! Как я и говорил ранее, у нас 9-е. И праздник! Праздник дарения валентинок! Я буду лично принимать все валентинки прямо на докторишку. Так что можете мне отсылать смело. Ну, это из хорошего. Ну, а здесь у нас будет эксклюзивная студия. Если за музлайки на день рождения Music Wars вы получаете студию прямо не совсем топовую, их 4 выдается. В крайнем случае 5, как было в 2021 году. Но здесь вы выдаете эксклюзивную студию, которых у нас всего 5 штучек. Так что давайте вместе пройдемся по обновлению, и я кое-что вам расскажу. Итак, эксклюзивные дизайны. Моя первая валентинка. Не знаю, кто подарил, но спасибо. День Святого Валентина, конечно же, идет за подарки. Чем больше вы дарите валентинок, тем выше вы поднимаетесь вверх. Эксклюзивный дизайн студии, конечно, все будет сделано чисто для того человека, который ее закажет. Но нас интересует именно вот эта штучка и обмены валентинок на предметы студии и оружие. Если будет возможность, конечно, я буду скупать, но все зависит, конечно, от того, сколько я получу себе валентинок. Если вы топовый игрок и вы все-таки собрались забрать студию, возьмите меня в число тех, кому вы будете дарить. Ну, а тем, кто сейчас буквально апается на 30 уровень или апается на 26 уровень, или у вас нет какого-нибудь интересного оружия, когда вы заходите в свой магазин, вы начинаете искать, а его нету, но доктор про него в видео рассказывал, то обязательно потихонечку можно выбирать оружие отсюда. По крайней мере, 9 оружий вы получите. Но если вам нужна студия, то шанс выпадения студии уже с апом. Плюс 4, плюс 7, плюс 11. Это просто рендом. Но главное, он будет у вас. Вы получите сразу элемент студии 11 уровня. Если посмотреть на мою студию, допустим, тот же самый iSound, вы не найдете нигде. Или QWERTY. Это уникальные предметы, как и сит-истребитель. Их можно вытащить как раз здесь, за валентинки. Если есть такая радость, то можете потихонечку вытаскивать. Конечно же, можно, ну, с кем-то из своих обмениваться. Ну, если есть возможность. Но можно завести и одного нехорошего мульта. И с него потихонечку к себе кидать. Раз, два, три, и у вас элементы студии есть. Да, конечно, это, можно сказать, нечестно, но, вот так получается. Вот пока так получается, то можно. Ну, из заданий, конечно, вы видите, да, победить на карте 15 раз, на полигоне 1 раз и в музбоксе 3000. Это простые задания для того, чтобы можно было, по крайней мере, 15 валентинок обменять на что-то другое. Но по подаркам пока нет. Ждите, закончится День Святого Валентина, и почти сразу же, ну, если честно, с перерывом в 2 дня, появятся подарки на 23 февраля. А сейчас, с Днем Святого Валентина, дарите друг другу валентинки, влюбленные 2 раза дарите друг другу валентинки, дарите за рубины, всех с праздником! Ну что ж, итак, День Святого Валентина стартовал. Счастливо всем, кто тащит себе какие-нибудь предметы студии. Отдельно хотел передать привет МС. МС, привет! Твоя коса тебя ждет! Не вздумай профилонить! В этот раз тебе точно повезет! 100%! Ну, нельзя не было не потроллить. Ладно, пока.